Вот собрал установку, спаял пышку на плате. Этот регулирует скважинность. Этот регулирует частоту. Этот регулирует более точно частоту. Стабилизатор напряжения на 12 вольт. Я хотел поставить 15 вольт, просто нет. Короче, без вентилятора работали. И вообще-то импульсный блок питания тоже без вентилятора. Вот так конденсирует проносилось рукой. Если это делает ярче, то снабдит заземление на ритм. Тут намотал вот таким. Это 0,75 провода съемную и потом 10 метров, 6 квадратных миллиметров, кажется, бескислородной меди, аудиокат. Поверх намотал, потом вот тут, и тут немножко не залезло, потом еще там. Съемный идет на диодный мост, но потом на конденсаторы. Потом на нагрузку 40 ватт, на ей где-то 180 вольт. Так, скажется. Потребление вот 3 ампера с качером вместе и 25 вольт.